и все сразу усложнить. Значит, как из этого уйти? Да, вот вы пришли, стояли. Раз, два, три, четыре. Опять же, по поводу вот этой остановки. Можно просто сделать на одну ногу. Раз, два, три, четыре. На раз вы сделали, на два сделали. Три, четыре стоите. Чтобы есть коллекции, которые не требуют мельтешения. Вот такие грациозные, красивые, спокойные. Даже если это вечернее платье, можно в фэшн стать спокойным. Но туда-сюда вот эти вот движения, танцуют, не надо. Вы встали, лучше вы постойте подольше, чем вы будете мельтешить. А бывает, когда какой-то такой спорте, там что-то такое, не знаю, там кроссовки, джинсы, еще что-то. Можно постоять на одной ноге, постоять на другой. И как отсюда уйти? Вот если постоять и на одной, а потом на другой, то через разворот с правой ноги, да? Простой разворот. Если же вы постояли на одной, на этой, например, да, то опять же ближайшая нога, на которой, ближайшая нога, на которой нет веса тела. Вернее, та нога, на которой нету веса тела, да, у нас есть на правую вес тела, то левая свободна. Значит, вы с левой разворачиваетесь и идете. Как бы это ни прискорбно было, да, хотя мы все делаем справа. То же самое тут история. Если вы пришли, вам удобнее остановиться на левую, то вы разворачиваетесь, чуть-чуть получается, что приподнимаете каблук, отворачиваете, да, и справа идете. Вот. Ну а что делать, если нужно, опять же, не просто постоять, а показать, что сзади. То здесь опять же спасет классический поворот. То есть вы постояли раз, два, три, четыре. И потом делаем классический поворот, только что, то, что выучили. Правая, левая, три, четыре. Правая, левая, три, четыре. Придете в классику. Тут уже, как сказать, если знать азы самые простые, тут вы можете фантазировать, как вам Бог пошлет. Можно сделать раз, два, три, четыре. Сделать не вперед шаг, а назад, начиная с правой. Раз, два, три, четыре. То есть это вторая часть классического поворота. Понятно, что говорю, да? То есть либо туда, либо обратно. Есть еще вариант. Когда вы делаете раз, два, три, четыре, через поворот вы можете сделать опять фэшн, ну, через раз посмотреть на зрителя и справа ноги пойти. То есть, как Бог пошлет, да? Вот как вот хореограф вам поставит, так, собственно говоря, и можно делать. Тут уже просто дело фантазии. Давайте сделаем с уходом назад, потому что я, вот, по мне, так самый простой и он такой, как сказать, более завершенный, что ли. Когда вы делаете раз, два, три, четыре, потом с правой ноги классический поворот. Раз, два, три, четыре. Вот. И сделаем тогда прям сразу много всего. Значит, еще раз, давайте на месте так репетируем, а потом добавим еще и место. Приготовились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще хочу про корпус подчеркнуть, да? То, что, опять же, у нас не прямой, а немножко повернутый. Три, четыре был. Теперь с правой ноги шаг назад. Раз. Шаг левый. Высок под углом 45 градусов. В правую представляем. Колено согнуто. Стоим. Да? Еще разочек. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У меня еще просьба. Вот, когда делаете эту откачку, эту остановку, не надо делать вот так. Потому что получается, что... И вообще резких движений и страстей, я это подчеркиваю, лучше не доделать, не досказать, чем пересказать. Вот, еще разочек на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Значит, что вы сейчас будете делать? Вы сейчас опять пройдете 8 шагов вперед шестеркой. Сделайте фэшн. Потом сделайте классический поворот назад. И потом через прямую откачку уйдете. То есть раз, два и пошли. Давайте-ка мы сейчас все, что ногами нужно сделать, на месте повторим. Чуть вперед пройдите, чтобы всем было вот удобно. Так, значит, приготовились. Вместе с уходом, да? Приготовились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поворот. Раз, два, три, четыре. Откачка прямая. Раз, два, пошли. Еще разочек.
разворачиваемся мы. Раз, два. Правая уходит, да? Левая наружу, правая внутрь. Через правое плечо получается. Еще разочек. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Оттачка. Раз, два, пошли. Давайте попробуем. Так, ну тоже под грустненькую. Где она была? Вот она. Следующий. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Yeah.